Приветики, друзья, от нашей семейки. Мы выкатились на океан, наконец-то, в Северную Каролину. На самом деле, мы должны были выехать туда еще в субботу, но налетел ураган. И все острова, на которые мы сейчас едем, были перекрыты, закрыты дороги. И вот сегодня оказалось, что это был нифига не ураган, а просто какой-то дождичек. Поэтому все открылось, и мы наконец-то выехали. Нам в пути ехать еще 6 часов. Так что, кому интересно, поехали с нами. Ребята, вот мы приехали наконец-то, спустя 6 часов. Заходим в дом. Здесь 1 спальня, 2 спальня. Здесь вот такая детская спальня. Туалет, ванна. Кстати, смотрите, прикольный даже этот выключатель сделан ракушками. Пошлите посмотрим, что наверху там у нас. Мальчики уже туда забрались. Здесь вот такая кухня, бар, кухня. Еще один туалет с ванной. Вот. Такая гостиная. Здесь у нас что? Выход на балкон, видимо, но сейчас темно и ничего не видно. Вот, и здесь еще одна небольшая спаленка вот с таким раскладным диванчиком. Вот такой дом. С утра еще сниму, тут должен быть... Вот с того балкона должен быть еще выход на море. Вот. Доброе утро всем! Смотрите, какой у нас вид с крыши. Вид на океан. Не обращайте внимания на эти звуки, там в соседнем доме ремонт. Но тем не менее, смотрите, как круто. Просто красота. Ребятули, ну что, готовы опять прийти на океан? Сегодня просто чудесная вода после урагана, видимо, который здесь был. Видите, вот тут все выкинуло на берег травку эту морскую, водоросли. Волны, конечно, сильные, но здесь пологое дно, и поэтому очень круто кататься на доске. Я вам позже покажу, как мы катаемся. И, ребят, вода просто теплая. Я такой воды в океане никогда еще не видела. Сучка у нас герой. Идет все дальше и дальше. Ура, ура, ура. Герой Сонечка. Пошли кушать, обедать. Вода, конечно, сегодня просто замечательная, чудесная. Сейчас покажу вам, какие здесь дома. Смотрите, тут все дома, как будто бы избушки на курьих ножках, да, Тим? Вот здесь наш дом за деревьями. Он высокий, по-моему, как получается, как будто 4 этажа. Из-за того, что близко к пляжу, то есть буквально вот за этим валуном, по этой дорожке уже пляж. Вот, поэтому... Ящерица где? Где? Ящерица. Где, я не вижу. Вот. Да, точно. В общем-то, вот такие здесь интересные домики, как избушки на курьих ножках. Тима, иди сюда. Ищем душ. Сейчас мы здесь помоемся, чтобы песок не тащить в дом. У нас тут есть гриль. А здесь что? Сушилка. Да? Сушить вещи. Здесь, смотрите, на первом этаже есть такой душик. Специально заходишь, чтобы в дом не тащить песок. Тут стоят, кстати, запасные кресла. Можно пользоваться ими. Ведерко для песочка и лопаточка. Все есть, даже зонтик. Смотрите, ребята у нас купили вот такие кайты. Один тот маленький и один в форме дракона. Пытаемся его запустить. Смотрится, конечно, очень
интересно. Ветер сегодня не очень сильный, поэтому он падает. И все вот такое кресло в рекламе, как люди бегают и не могут его надуть. Сейчас мы будем... Человек, который бегает и не может... Очередная неудача. Давай, Филя. Набирай. Ну, хватит, может, нет? Вполне себе достаточно, как ты считаешь, под твои 90 килограмм? Под твои 90, под мои 80. 10 плюс, 10 минус. Ты меня сейчас собьешь уже, Филипп. Давай, сейчас сядь, попробуй на него. Опа! Опачки! А вот здесь? Идеально, идеально. Просто карманчик для пива. Жизнь удалась. Ты, где твое пиво? Тегил. Ну что, друзья, мы решили хотя бы на какое-то время сейчас выехать из своего пляжного отдыха и поехали в магазин, вот Food Lion, это тут местная сетка магазинов, ее нету около нас. И мы хотим еще купить свежие морепродукты и приготовить сегодня креветки. Так что пойдемте посмотрим, какие здесь есть магазинчики. Вот такой магазин, как в советские времена. С прилавками. Все свеженькое. Мы будем покупать medium. Да, medium. Потому что они более молодые, чем large. Вот эти большие. Да, я выяснила, что они вкуснее medium. Я не знала. Так, вот мы приготовили креветки, которые сегодня купили в магазине, свеженькие. Сейчас будем пробовать. Они такого цвета нежного. Yeah. И паста с креветками. Класс. Доброе утро, друзья. Сегодня наш последний день на океане. Завтра мы уже уезжаем. Наш отпуск немного сокращенный получился из-за урагана, про который я вам рассказывала раньше. Но тем не менее, посмотрите, какая красота. Просто вообще. Снимаю это, чтобы показать вам и запомнить, как здесь было круто. И захотеть вернуться. Смотрите, что я нашла. Похоже, это опять, как в прошлом году, место, где черепахи откладывают свои яйца. Да, точно. Здесь отложили яйца черепахи морские. И их вот так вот специальные рейнджеры огораживают это местечко. Хотя птицы тут охотятся постоянно. Потом они где-то, по-моему, на закате ночью вылупятся и побегут по прямой как в океан. В это время их будут ловить птицы. И, то есть далеко не все добегут. Вот такие законы природы. На самом деле я просто вышла прогуляться вечерком на закате. Смотрите, я что еще нашла? Охота у меня целая получилась. Просто пирамида. Блин, еще ракушку нашла. Вот, смотрите. Я в Египте. Пирамида на ладошке. Ребят, ну я не могу с вами не поделиться этой красотой. Но вы только взгляните на это. Только взгляните. Я очень хочу, чтобы каждый из вас смог это увидеть, эту божественную красоту. Ребята, на этой замечательной ноте мы хотим закончить наш влог с ребятами. Я не одна.
Спасибо большое, что были с нами, что смотрели. И пока-пока. Подписывайтесь на канал.